Добром за добро. В Ульяновске выберут лучших волонтеров. Конкурс добровольцев Ульяновской области 2020 стартовал в регионе. С 26 октября начали принимать заявки. Сейчас волонтеры активны во многих сферах. Особенно неоценимую помощь дают медицине. Они практически на передовой. По словам организаторов, конкурс будет нести важную миссию – отметить и поощрить главного добровольца нашего региона. Выбор будут делать эксперты и народное голосование. Итоги по всем номинациям подведут в Национальный день волонтера 5 декабря на традиционном форуме добровольцев «Наше будущее». Его формат будет корректироваться в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. В области будут вести рейтинг лучших главврачей больниц. По мнению властей, это позволит улучшить работу системы здравоохранения в целом. Каждый из руководителей будет стремиться за лучшими показателями. По официальным данным, только в этом году проведено 96 внеплановых проверок вневедомственного контроля качества, из которых в 62 случаях выявлены нарушения. Сегодня в большинстве учреждений созданы WhatsApp-приемные. Любое обращение, которое поступает на линию WhatsApp-приемной, должно оперативно отрабатываться. Новый век – новый подход к образованию. В 2021 году в регионе появятся 4 новые модульные библиотеки. Современная библиотека – это общественная площадка, способная трансформироваться в любое необходимое функциональное пространство. Будь то мастер-класс, открытый урок, лекция, мини-концерт или даже мини-галерея. 38 подобных пространств уже функционируют в области и самом Ульяновске. Новые появятся в том числе в городе Сенгилей, а также преобразуют библиотеку номер 17 в областном центре. На обновление пространств уйдет около 30 миллионов рублей.